uglavnom bit će mikrofon učima ili će biti čovjek. Dobro. Pretty hard to forget. Pretty hard to forget. Okay, I said that in Mental Body Sale. I don't know. Did you hear it? She's here. Yeah, I didn't see it. She just came and said hello. Okay, no problem. Okay, that's the one with the coffee, right? If there is some question from the audience, just to approach with Mike. So you're talking about okay. The AI. Okay. I mean, you know, I've done work in AI, and we do work in AI. And plus, I'm sure. Yeah? For a long time. Yeah. When I was not a kid, when I was a kid. If it's not a good fit, I'm okay. It's really for. Oh no, it's super. I thought Mina was going to be on it. Super. Well, he said he's unable to. Yeah. Okay. Yeah. He's giving it to me. Yeah. No. Father Augusto. I never seen this. But. I'm noticing that. Where I was going to say, I was going to talking about. Are you taking confessions? Similar, so, No. We are just discussing the outcome of what we want. So probably it's not important. Yeah. So they can just go there. Yeah. Part of the job. Okay. Just for you all to know, the first question that will come up to you, and we said that everyone should have a tweet at the beginning, once we turn to you, is how do you define the responsible AI? So it should be sort of a tweet. Responsible AI. Quick answer. You don't have to bring a definition. You can say there is no definition or whatever you want. Now, okay, let's see whether we have someone over there. Yeah. And you can even invite them occasionally. 1, 2, 3, 1, 2. Can I talk? Oh, yes, I can talk to you. Hello, guten Morgen. Вы меня слышите? Добрый день. Как у вас дела? Добрый день, я приветствую вас. Спасибо вам за то, что вы так рано встали и приехали сюда на эту совершенно сумасшедшую встречу. Меня зовут Кавали, я из Аргентины. У нас тут наш дорогой друг из Сербии.
Вы, конечно, с ним все знакомы, Влади, он из дипломатического корпуса, а я являюсь академическим директором Южной школы управления интернетом. Спасибо за то, что вы сегодня сюда пришли. Мы подумали провести интересную интерактивную сессию с нашими экспертами, с нашими выступателями и, конечно же, и с вами. Самая главная тема, о которой мы сегодня поговорим, это человеческие права и этика в области искусственного интеллекта и управления данными. Вы знаете, что мы уже на предыдущем заседании об этом говорили и на предыдущем форуме управления интернетом в Париже, в залах ЮНЕСКО, где это все проводилось. Итак, мы хотели бы продолжить эту дискуссию. Нам на распоряжение только 2 часа предоставлено. У нас тут эксперты собрались на сцене. Мы подумали, мы поговорим о некоторых вопросах, которые мы подготовили для наших выступающих и для вас, для нашей публики. И, может быть, в итоге нашего заседания у нас будет еще больше вопросов, еще больше идей, которые вы дальше будете развивать с вашими группами, с вашими стейкхолдерами, с вашими правительствами. То есть, если нам это удастся к концу нашего заседания, мы будем только рады. Итак, пару комментариев о том, о чем мы сегодня будем говорить? Права человека, этика и искусственный интеллект. Мы все знаем, конечно, что искусственный интеллект может нам помочь решить самые важные проблемы сегодня, но может и сам тоже создать неравенство и также проблемы. С тех пор, как существует цивилизация, все и вся может использоваться для добра и для зла. Конечно, он может нам помочь, но может также и дискриминировать. Мы все знаем тому множество примеров. Мы как же обращаться с искусственным интеллектом в доверии? Об этом мы хотим с вами сегодня поговорить. Как обеспечить, чтобы искусственный интеллект был надежным, не дискриминировал. И потом мы будем также говорить об одной из самых главных тем нашего форума – это обращение с данными. Как же перерабатывать эти невероятные суммы данных, эти невероятные данные, и в то же время обеспечить, чтобы у нас присутствовала прозрачность. Куда же мы идем? Где мы сейчас находимся? Потом мы знаем, что права человека и этические вопросы, конечно, тоже играют очень важную роль при развитии искусственного интеллекта. Итак, мы знаем, что в разных организациях, ОЭСР, МЭС, и там разрабатываются разные правовые рамки, учитывая права человека. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Но в каком отношении они стоят с теми развитиями, которые мы сегодня наблюдаем. Вы хотите перенять? Я думаю, вы сначала, может быть, представите наших гостей. Конечно, у нас сегодня вы. И потом у нас совершенно замечательная группа экспертов. Я вкратце их представлю. Госпожа Лиса Адай. Лиса является директором в партнерстве по созданию искусственного интеллекта. Добро пожаловать. Потом у нас здесь Каролин Гиен, директор по технологическим мерам в компании Microsoft. И мы также приветствуем Сара Киттен, студентку в университете Данди, и Аугуста Цампини-Дафис, который является директором по развитию и вопросам веры при Ватикане. Господин Хана и госпожа Пегги Хикс, которая является директором при организации ООН в департаменте по вопросам прав человека, а также господин Йочи Ида из Министерства внутренних дел и коммуникации Японии. Ну, я думаю, это
очень многообещающее. Если мы подумаем о том, что мы обговаривали в Париже в прошлом году, мы получили очень интересные результаты и информацию к размышлению. В итоге мы выработали, что код, конечно, говорит так же и, можно сказать, является отражением тех людей, которые писали этот код, составляли этот код. Ну, конечно, коды отличаются от поколения к поколению, от региона к региону. Существует ли нечто такое, как глобальная этика? И даже если мы разработаем и согласимся на одном таком пакете, если вы хотите, принципов, то все равно все, которые будут пользоваться и разрабатывать, и все равно им нужна профессиональная этика. Мы знаем, что такое существует для докторов, для врачей, для адвокатов, для инженеров. Может быть, тоже стоило бы такое разработать и для технологического сообщества. Один из вопросов, который в прошлом году задавали, это то, что нам нужна справедливость. Это первый пункт при разработке ответственного ИИ. Что значит справедливость? Это значит, что со всеми надо обращаться одинаково. А возможно ли это вообще? Вот в чем вопрос. И мы говорили о том, как мы пришли к неким решениям. Есть ли, принимает ли искусственный интеллект вообще какую-то ответственность? Эта дискуссия началась уже с тех пор, как машина, которая самоуправляющая машина попала в аварию и умер первый человек. И нужна ли нам этика, или нужен ли нам другой какой-то подход, или какие-то правила параллельные, или, может, надо все это передумать совершенно и создать совершенно новую правовую базу для ИИ. И в заключении, если, может быть, не говорить о создании новых законов, может, нам нужна какая-то такая декларация, что-то похожее на декларацию человеческих прав ООН. И я не буду теперь все это детально упоминать, я думаю, это все еще раз будет упоминаться. Мы знаем, что есть много инициатив в контексте искусственного интеллекта. Я вкратце еще раз буду говорить о том, что Владимир только что упомянул. У нас три таких главных темы. Это, во-первых, это искусственный интеллект, который сконцентрирован на человеке. Это у нас верховенство права, уважение человеческого статуса. Он также говорил о справедливости, о безопасности, то, что технология должна служить человечеству и обществу, и планете. Эта технология должна уважать права человека и свободу, должна быть этичной и должна служить и быть пользой, быть полезной для общества и уважать честь человека. Итак, все в этой категории человек стоит в центре. Во второй категории мы говорим об ответственном искусственном интеллекте, то есть он должен нести ответственность, быть также прозрачным, должен приносить решения, а не создавать проблемы для нашего общества и для людей, и он должен быть простым, то есть его надо будет просто понять, он не должен быть сложным, этот интеллект искусственный. И потом категория механизмов. Тут мы говорим о подготовке
рабочих людей, которые работают, потом это люди должны контролировать искусственный интеллект, а не наоборот, как это всегда показывается в фильмах и в телевизоре. Потом мы говорим о правилах, которые существуют в этой области. Мы говорим о многостороннем подходе. И, конечно, уже многие упомянули о том, насколько важен многосторонний подход. Сотрудничество между существующими инициативами, они должны как-то быть связаны с тем, чтобы они не работали совершенно отдельно. Тут мы говорим о частной сфере людей, о безопасности. Все должны знать также об этом искусственном интеллекте. И, конечно, искусственный интеллект должен быть пользой для общества. То есть все это мы рассматриваем в контексте этики. Это мы просто хотели вот сейчас для вас суммировать и получили три главных вопроса. Хотите, чтобы я зачитала? Конечно. Итак, три главных вопроса, которые мы зададим нашим экспертам и, конечно, вам. Тоже у нас на каждый вопрос приблизительно полчаса, и потом у нас еще будет время, чтобы все это с вами обсудить. Итак, вопрос первый. Как выглядит искусственный стилет, которому можно доверять и который несет ответственность? Это одна из главных тем нашего форума сегодня в Берлине. Потом второй вопрос. Как выглядят права человека с тем, чтобы создать, и как можно создать такой искусственный интеллект, которому можно доверять и который несет ответственность? Какие же этические задачи несет этот искусственный интеллект? И потом третий вопрос. Как перейти от чистой теории искусственного интеллекта и реализации наших целей, и как можно это все связать с целями устойчивого развития. Итак, сначала к первому вопросу, но перед тем, как мы начнем об этом говорить, я хотела бы напомнить вам некоторые правила, по которым мы здесь действуем. Итак, конечно, самая лучшая музыка, чтобы отдохнуть, это джаз. И таким образом мы будем работать сегодня утром. Мы просто так будем импровизировать. У вас очень много микрофонов. Вы можете встать в очередь или просто сесть в первый ряд. У нас будет экран, на котором мы будем записывать ваши комментарии. Но вы всегда можете нас остановить. Вчера мы полтора часа, может быть, даже два часа подготавливались к нашей сессии сегодня. Просто остановите нас, если мы слишком долго работаем, долго разговариваем. Итак, сначала, в какой степени игроки и в какой степени игроки для такого ответственного искусственного интеллекта сами несут ответственность. Вы можете онлайн зайти на www.menti.com и завести этот код, который вы видите наверху, 272900. Позже мы обговорим о результатах, но пока вы все участвуете онлайн, я хотел бы еще раз задать, как выглядит искусственный интеллект, которому мы можем доверять, который несет ответственность, особенно когда речь идет об управлении данными. И я попросил бы вас просто... Я сначала напишу что-то в Твиттере, очень-очень вкратце, о чем мы теперь говорим.
Начинаю с левой стороны. Как выглядит ответственный искусственный интеллект? Спасибо большое за вопрос. Я лично считаю, что искусственный интеллект, который несет ответственность, является искусственным интеллектом, который был концепирован на основе человека, то есть для которого человек стоит в центре. 3 года тому назад мы начали работать над такой теорией в интернациональных форумах, организациях, и вы все помните, что тогда мы вели дискуссии, например, в рамках ОЭСР и даже на уровне большой двадцатки. На экране вы сейчас увидите, что правительства договорились об инклюзивности, о том, что человек должен стоять в центре, о прозрачности, о том, что и должен быть стойким и нести ответственность. И тогда мы создадим вот такой вот ИИ, которому можно доверять. На этом мы согласились. Поэтому я считаю, что теперь надо подумать над тем, как же создать такой ИИ, который будет соответствовать этим принципам, как же реализовать вот эти все принципы. Я думаю, что это заключительная наша дискуссия, как мы к этому всему придем, но я думаю, важно, что вы подчеркнули, что для этого человек должен стоять в центре. Я вернусь к определению слова «доверительный» из словаря. То есть это значит, что это нечто, на что можно положиться, нечто, что является честным. Итак, мы знаем, что мы зависим от больших данных, от большого количества данных. И мне нравится, например, что как определяет это Европейская комиссия? Они говорят о праве, об этичности, то есть интеллект, который соответствует всем принципам, а в то же время является технически стойким. Мне это очень нравится. Я считаю, что честность и правдивость — очень интересные слова, которые вы упомянули. Аугусто. Большое спасибо. Я считаю, что искусственный интеллект, который несет ответственный искусственный интеллект, это состоит из двух сторон. С одной стороны, мы говорим, конечно, об искусственном интеллекте, это техника, а с другой стороны, мы говорим о правдивости, это человеческая черта. Но потому что мы учимся тоже, как принимать решения не только искусственно, не только технически, но и совершенно в человеческом контексте. И для меня такой ответственный искусственный интеллект – это такой, который развивает техническую и человеческую сторону. Или, иными словами, неответственный искусственный интеллект – это такой, который фокусируется, концентрируется исключительно на технических аспектах и полностью игнорирует не только человеческие ценности, но вообще человеческий контекст, как, например, общее достояние, как мы сотрудничаем, как мы разрешаем конфликты между друг другом, как мы обращаемся и реагируем в случае болезни, например. Я, конечно, человек церкви, поэтому когда мы говорим «давайте помолимся», за что же? Ну, всегда в первую очередь упоминается здоровье. Потом, во-вторых, люди молятся, конечно, за своих любимых. Потом за тех, с которыми они спорят. И теперь я вас удивлю, искусственный интеллект тоже такая тема конфликта. Тут надо связать искусственный интеллект с человеческим интеллектом. И
с точки зрения правительств, я думаю, то это кто-то, кто помогает тем, которые развивают такой искусственный интеллект. Очень интересно, я думаю, мы к этому вернемся. Пожалуйста. That's working. Хотел бы здесь пойти по пути философии, значит, искусственный интеллект. Я, конечно, являюсь представителем здесь технического сообщества, но, несмотря на это, хотел бы обратиться к философии. Если вы постараетесь определить, что является ответственным, я вчера об этом говорил, то о том, что сначала надо посмотреть, что не является ответственным. И противность становится результатом. Если определять справедливость, надо сначала определить, что является несправедливостью. Это значит контраст от того, что вы определили как справедливость. А сейчас по вашему вопросу. Я думаю, что неответственная или неответственность при определении искусственного интеллекта, речь идет о том, чтобы посмотреть на человеческую, так сказать, сторону, на гуманную сторону. И речь идет здесь также и о моральном аутсорсинге. Если есть решения, которые могут причинить вред какой-либо стороне, потому что это является решением автоматического процесса решения, тогда в этом случае ответственность возложена не на того, кто развил данный инструмент и который развил этот алгоритм, а ответственность возможно, скажем, эта ответственность переносится, так сказать, от самого человека, который это развил, это, конечно, мне несправедливым. Если речь идет о том, как мы определяем наши законы, как мы определяем наши этические принципы, то при этом важно знать, что искусственный интеллект является только лишь артефактом, чем-то, что мы сами создали. Но если мы исходим из того, что искусственный интеллект является чем-то большим, и здесь речь идет именно об ответственности, о роботике и так далее, у искусственного интеллекта нет тех когнитивных способностей, как у человека. Искусственный интеллект не думает так, как думает человек. И поэтому определить ответственность трудно. И наша ответственность, и на нас возложена ответственность, если мы работаем с искусственным интеллектом. Это значит, мы ответственны. Большое спасибо. Это значит, если речь идет об ответственном искусственном интеллекте, то речь должна идти об ответственном человеке. Лиз, пожалуйста. Доброе утро. Я тоже хотела бы обратиться. Обсудить данную тему с точки зрения философии. Я думаю, что все участники, все акторы, которых мы видели на схеме, все они должны быть, кстати, имеется определенное сочувствие с теми лицами, которые, скажем, пострадали со стороны искусственного человека. Если в отношении к ним были принимались автоматические решения. Поэтому я думаю, что эмпатия и сочувствие являются очень ответственным фактором для использования искусственного интеллекта. Большое спасибо. Я хотел бы придерживаться здесь правил и сказать, что ответственный искусственный интеллект для меня обозначает интеллект, который понимает и моя бабушка, которая... Можно и разъяснить, и где я не боюсь, что он может быть использован для моих детей. Интеллект должен быть понятным, прозрачным и ответственным. Что еще не было сказано? Для меня ответственным искусственным интеллектом является чем-то очень простым. Речь идет о том, чтобы использовалась технология с центром внимания на человека, чтобы она была направлена на то, чтобы улучшить качество человека, а не заменять их. Очень интересно, что искусственное, что это фокусирует нас на неправильном, так сказать, неправильном направлении. Мы считаем, что искусственный интеллект является интеллектом, за которым стоят люди. Но как можно определить,
чтобы преимущества этого искусственного интеллекта использовались в хороших целях. У нас есть центр для ответственной вычислительной деятельности. Почему мы это сделали? Мы сказали, важно использовать технологию, которой доверяет человек. Мы должны показать, какие свойства есть у данной технологии, и что это только лишь вычислительный интеллект, которым располагает данная система. Конечно, ведется очень много дискуссий о отрицательных случаях использования искусственного интеллекта, а мы хотим использовать искусственный интеллект для хороших целей, например, с тем, чтобы был прогресс, чтобы устранить различные барьеры, чтобы привлекать, скажем, людей к принятию различных решений, как искусственный интеллект может быть стать частью решения, а не проблемой, чтобы здесь была ответственность и доверие. Доверительный искусственный интеллект является искусственный интеллект, которым мы хотели бы, может быть, иметь в семье, чтобы у нас была, так сказать, доверительная среда. Есть ли что-нибудь, что бы вы хотели сказать по данному вопросу? Да, я себе кое-что записала, и несколько терминов я здесь записала. Это честность, инклюзия, справедливость, сочувствие, прозрачность, доверие. Ни один раз не было сказано, названа технология, но речь идет о том, как использовать технологии. И интересно именно узнать, как мы будем использовать такую технологию для пользы человечества, для нашего общества, как развивается данная технология, как мы ее можем использовать для того, чтобы делать добро. Может быть, есть какие-либо вопросы из публики? Да, было бы, конечно, очень интересно, что думают наши участники или наши посетители здесь. Как вы понимаете или определяете искусственный интеллект? Конечно, у нас есть и участники, которые подключены здесь и удаленном виде. Вы можете взять микрофон и коротко представить себя и с тем, чтобы можно было бы записать, понять, кто вы. Доброе утро, меня зовут Дебора, я из Италии, и я занимаюсь вопросом подготовки людей или обучения людей по вопросам прав человека. Я также являюсь членом молодежного совета Совета Европы, и меня очень удивило, что при определениях вы очень то вы не определили, что является правами человека в этой сфере. Мы часто слышим, что часто говорят о том, да, мы должны соблюдать права человека, но мы забыли, что права человека являются универсальными, глобальными. Права человека, конечно, зависят друг от друга и взаимосвязаны. И, конечно, может возникнуть ситуация, что они отойдут на второй план, если мы дискутируем только лишь о технике. Если мы говорим о искусственном интеллекте, то это является же продуктом деятельности человека. Искусственный интеллект – это нечто, к чему надо подготовить людей. Для этого мы должны ознакомиться с данными и так далее. Если мы подготавливаем или осуществляем учебу по вопросам искусственного интеллекта, почему не, то в этом случае также надо и изучать вопросы прав человека. Если под затем речь идет о ответственности, то в Европейском Союзе есть проект LEGO. Это призыв к молодым экспертам и вообще экспертам предоставить проекты, которые помогают развить, учредить устойчивый интернет. Но там только лишь 32 участника. И почему нет возможности привести к ответственности тех, которые с технической точки зрения стоят за данными развитиями. Часто нам кажется, что такие решения являются настолько сложными, что, может быть, следовало предоставить денежные средства правильным экспертам, чтобы они приняли соответствующие решения.
Я думаю, это и не так сложно, и не так уж философично, так сказать, потому что это касается нас всех во всех жизненных ситуациях. Да, вы затронули тему, которая была затронута уже вчера. Мы уже говорили о том, что мы не только говорим о финансировании, и будем говорить о финансировании, но, конечно, в течение 5 часов. Но, конечно, вопрос финансирования будет нами затронут. Может быть, вы отреагируете вкратце по данной тематике, именно по отношению вопросов прав человека и этих принципов. Мы уже часто об этом слышали. Это то, что должно быть именно включено в эту систему, а именно человеческая ответственность в рамках системы искусственного интеллекта. Я представляю здесь Бюро по правам человека ООН. Я очень рада, что данный вопрос был задан именно из публики. Как мы уже слышали, проводятся многочисленные дебаты об этике правах человека. И часто это сопоставляется, так сказать, друг с другом. Я считаю, что выступающие права человека должны быть включены в эту дискуссию, так же, как и вопросы этики в общем, потому что этика нас учит тому, что мы должны делать и что мы не должны делать, а права человека являются универсальными, они являются всеобщими, и нам нужны такие рамочные правила по правам человека для наших этических соображений. Есть прекрасный слайд или прекрасная схема, которая именно показывает взаимосвязь между многими этическими дебатами и принципами, которые мы уже развили в области ИИ, искусственного интеллекта. Но мы, и мы это знаем, мы должны задать себе вопрос, как мы можем осуществить эти принципы, как мы можем обеспечить, чтобы они в реальности были реализованы. И здесь мы должны говорить и о создание соответствующих законов, и права человека должны быть основой для такого регулирования, с тем, чтобы этические положения были реализованы, с тем, чтобы права человека в повседневной жизни были защищены. Я заметила, что мы постоянно говорим об отношениях между и правами человека, но здесь же есть также экономические и социальные аспекты. Конечно, у нас есть хороший список наших идей по правам человека, но реализуются ли они в других сферах так же, как мы этого требуем в области искусственного интеллекта? Может, мы это можете представить с точки зрения экономики, насколько эти принципы затрагиваются в области геополитики и промышленной деятельности? Это, конечно, очень сложный вопрос. Большое спасибо. С точки зрения правительства, мы осознаем, что должна быть общая основа для этического поведения и что аспект прав человека должен быть интегрирован в развитие искусственного интеллекта. Но часто мы устанавливаем, что данные аспекты идут рука в руку с различными культурными традициями, которые играют важную роль. Если посмотреть на высший уровень и высшие стандарты в области этики и в области этики прав человека, тогда мы иногда действительно вступаем или приходим в определенную сферу, где мы можем достичь согласия на абстрактном уровне по правам человека. Но как только мы начнем дискутировать по деталям, тогда мы определяем уже проблему, что существуют культурные различия, межкультурные различия, которые ведут к различным ответам на различные вопросы в различных обществах. И поэтому я вам не могу сейчас дать конкретный ответ, как экономические инвестиции могут быть инициированы для того, чтобы инициировать этическое поведение. Но с нашей точки зрения ситуация такая, что существует много сложностей и проблем в области прав человека и этического искусственного интеллекта. Я думаю, одной перспективой, одним взглядом на эту тему является именно то, что мы представили себе или посмотрели на потенциалы и преимущества этой технологии.
которые связаны именно с искусственным интеллектом, с одной стороны, можно обеспечить, чтобы каждый, который располагает соответственными знаниями, мог бы принимать участие в этой экологической системе. И в этой системе мы очень много работали над тем, чтобы изучить, как это можно реализовать, а именно с самого начала. Например, в школьном образовании речь идет не только о математике, например, а об аналитическом мышлении. Элиза уже сказала, что, несмотря на это, требуется эмпатия и решение проблем. И все это взаимосвязано друг с другом. И связано, конечно, с человеческим, с гуманным аспектом, именно с реализацией этой технологии. В этой сфере мы очень интенсивно работаем, в том числе и по тематике пожизненной учебы. Здесь возникает второй аспект. Если мы сосредоточимся на том, что эти преимущества были инклюзивными и доступными для всех, тогда эта тематика, конечно, тоже играет очень большую роль. И здесь мы предоставили большие блоки данных для исследователей. Мы работаем, например, с АЭСР. У них есть так называемая обсерватория по правам человека, и там есть целый ряд данных, например, Microsoft Academic Graph, который изучает исследования, где о том, как распространяются различные новаторские решения, и изучает, насколько экономические возможности, талант, миграция, образование могут быть использованы в этом процессе. Есть еще целый ряд других категорий, которые я не назвала. Мы старались начать дискуссию о том, как можно эти данные предоставлять в расширенном порядке, как ими можно лучше делиться. Но существуют, конечно, проблемы, что организации должны знать, какие данные они могут передавать дальше и какие нет. И здесь нам требуется более общий такой подход, который еще не обсужден и еще не является в достаточной мере интегрирован в данную систему. Большое спасибо, что вы затронули тематику данных, потому что здесь, конечно, возникает вопрос ответственности использования этих данных. Большое спасибо, что вы, скажем, использование этих данных также назвали в ходе вашего выступления. Проблема, перед которой мы в данное время стоим, это монополизация данных крупными предприятиями, крупными компаниями. И мы не хотим попасть в ситуацию, где будут так называемые рабы в отношении данных и собственники этих данных. Потому что данные являются, скажем, самым главным для искусственного интеллекта. И мы должны себе задать вопрос не только как делиться с какими данными, но и должны заниматься вопросами, могут ли преимущества искусственного интеллекта принести пользу и более бедным слоям населения. Ваш вопрос был экономическим вопросом. Искусственный интеллект заменяет рабочие места, изменяет вообще весь рабочий мир. Рабочее место для многих людей не только является чем-то, что, так сказать, за что они получают деньги. Это является частью нашей культурной ДНК. Наша культура также определяется и работой. Искусственный интеллект, конечно, будет в пользу многим предприятиям, но будет меньше рабочих мест. И кто будет за это платить? Кто будет платить за потерю таких рабочих мест? Это то, что называется переходным периодом. Это очень важный пункт. Здесь речь идет не только о передаче данных, но речь идет также и о пользе этих данных, использовании этих данных. Многие эти данные, они идут в пользу только лишь для определенных лиц. И мы должны говорить о том, что у нас будет иное понятие, что касается труда, что мы будем по-иному пользоваться, использовать наше время и так далее. Да, мы хотели бы еще добавить, что можно задавать, конечно, и другие вопросы. У меня возник следующий вопрос. Вы сказали, что профессиональная подготовка и разделение и представление данных, это тоже связано друг с другом.
как мы можем действовать таким образом, чтобы это было в пользу всего человечества, чтобы все имели пользу от искусственного интеллекта. Но, может быть, лица из развивающихся государств лучше понимают, что я говорю. Иногда необходимость или нужды нашей реальности такие, что мы не можем думать, так сказать, в долгосрочном таком разрезе. Может быть, Алгоста или Азара могут сказать, что вы представляете здесь развивающийся регион. Я хотел несколько слов сказать об профессиональном образовании и образовании вообще, но с точки зрения инклюзии. Есть соответствующая структура в Африке, и мы посмотрим сейчас на агенду, повестку дня по Африке. Если посмотреть на стартапы по искусственному интеллекту в Африке, то мы видим, что здесь есть проблема. У нас практически нет женщин, которые работают в этом сфере. Поэтому мы посмотрели на университеты. И в Уганде я посмотрела списки студентов, например, по предмету информатики. И иногда в одном курсе из четырех человек бывают только лишь две женщины. Это значит, эти инициативы должны быть инклюзивными с самого начала, с тем, чтобы все были вовлечены в этот процесс. Хорошим является, что здесь на нашем подиуме есть баланс между полами. Алгоста тоже хотел это сказать. У меня два, скажем, вопроса, а может быть, даже ответа. Во-первых, да. Да, что касается образования, да. Это дискуссия, которую я постоянно везу своей матерью. Каждый раз, когда я с ней веду дискуссию, она говорит, решением является именно образование. Я говорю, да и нет. Вторая мировая война была начата одной из самых хорошо образованных стран мира. Если мы говорим о образовании в Америке, в Африке, в некоторых азиатских государствах, нету, так сказать, соответственного хорошего образования. Мы не говорим здесь об образовании в области искусственного интеллекта, там нету даже начального, так сказать, образования. Конечно, есть некоторые преимущества в бедных странах, что по изучению языков, но второй вопрос, который я хотел задать, что развивающиеся государства и их правительства, во-первых, хотят генерировать доходы с тем, чтобы осуществлять свою политику. Но существуют страны, довольно сильные страны, которые приходят с планом, основанным на искусственном интеллекте, они приходят к более слабым государствам, они говорят, прекрасно, вам требуются новые технологии. Пожалуйста, покупайте ваши технологии, таким образом вы можете контролировать своих граждан. Да, конечно, эти правительства в развивающихся странах, конечно, очень рады тому. Хорошо, что мы не назвали эти страны. Здесь есть вопрос из Йоханнесбурга. Какую роль должны сыграть предприятия при этической обработке, так сказать, этих данных, и как эти данные в данное время используются крупными предприятиями? Доброе утро, Джон. Доброе утро, Йоханнесбурге. Кто должен быть ответственен за те или иные действия? Вы видите, что в первую очередь ответственны предприятия и правительства. И я хотел бы Лизе и мне еще представить слово. Лиза, пожалуйста. Я хотела бы еще обратиться к вопросу геополитики и экономики. Исходя из своего опыта, я могу сказать, что эти обе стороны и обе стороны аспекта всегда является, скажем, игрой с нулевым результатом, где один выигрывает, а другой проигрывает. Если мы сейчас не будем действовать интеллигентно, в частности, в области инклюзии и искусственного интеллекта, то мы опять, так сказать, попадем в ту же самую ситуацию. Но я думаю, это не обязательно должно быть. У нас может быть сценарий, где, скажем, выигрывают и все стороны, в том числе женщины и уязвимые группы. Может быть, инклюзия, например, мы это видим в Тунисе, где
а также и в других государствах это возможно. С самого начала это было нашей целью, но мы этой цели еще не достигли. Население в Южной Америке, в Латинской Америке, в Африке, они представлены здесь, и мы все вместе, скажем, находимся в опасности, что будет опять, так сказать, нулевая игра. Но мы должны всем предоставить голос, и все это будет до 2030 года. Мы должны вести дискуссию о всех этих вопросах, для решения вот этих вопросов. Именно положительные и отрицательные стороны мы должны продискутировать. Вы относитесь к 2030 году. Я хотела бы ответить на вопрос Деборы из Италии, но до этого сказать нечто другое. С моей точки зрения, насколько мне известно, эта дебата об этике, дебата о правах человека, с моей точки зрения, это совсем не разделено друг от друга. Одно, конечно, взаимосвязано. Может быть, это моя перспектива, мое мнение, но приведу пример. Скажем, стандарты, сертификаты, принципы, которые мы создали, которые должны регулировать искусственный интеллект. И это три опоры есть. Первая опора – это поддержка и сохранение прав человека. Все об этом договорились, ООН, ОСР и так далее. Это как бы первая опора, значит, чтобы искусственный интеллект не только стоял бы человек в центре внимания, но чтобы даже поддерживались права человека. Во-вторых, вторая опора. Это опять же связано с правами человека. Здесь речь идет о политическом самоопределении, и это связано с конфиденциальностью, с надежностью, доверительностью и транспарентностью, и со всеми этими вещами, значит, основа для всех этических принципов. И, конечно, OIGP должны себя быть названы здесь, мы их упомянули, но разные инициативы и наши рекомендации правительствам уже во первой части значит, говорится о том, что принципы ООН по устойчивому развитию это как раз является как бы нашим лейтмотивом, нашим руководством, нашим директивом для создания искусственного интеллекта. И на этой основе надо создавать соответствующий рынок, доступ к капиталу. И для тех, которые доступ к технологии широкополосной и так далее. И потом надо иметь в виду, кому мы служим, каким группам общества. И речь не идет только об акционерах и об их прибыли. Но вот это те принципы. Но не только общие принципы ООН, есть и другие тоже основные общие принципы. Есть принципы высшей группы экспертов ЕС, например, есть другие принципы ОСР, например, также это все, конечно, не противостоит друг другу. Это, чтобы субсуммировать вот это видение 2030 года, чтобы это реализовать, мы должны бороться всеми силами. Принципы, они замечательными являются, и мы большие достижения уже имеем, чтобы это все разработать, но если иметь в виду тех, у которых вообще нет доступа к технологиям, тогда, ну, что сделать? 2%, генеральный секретарь сказал, женщин в Южной Америке вообще имеют доступ к интернету. Значит, если вы являетесь женщиной и живете в Южной Америке, и у вас этого доступа в интернет вообще нет, как вы можете вообще капитал привлекать сотрудников для вашего предприятия? И поэтому надо на самом деле бороться всеми силами, сотрудничать с правительствами, созывать разных игроков, не только говорить красивые слова, но бороться всеми силами. Я надеюсь, что мы успеем до 2030 года. Я думаю, вы тем самым хорошо нас, так сказать, перевели вторую часть нашей дискуссии. Да, у нас есть хорошие принципы, но как их реализовать? К концу первого раунда
секунда, хочу Пегги предоставить слово. Да, это связано с вопросом, который уже вы подняли. Да, но два комментария уже были сказаны по интеграции или инклюзии и по директивам руководства. Значит, какой экономический момент играет здесь роль? Почему это все не на самом деле не сбывается? Какие стимулы есть? Стимулов нету, кажется, достаточно. Например, вот что касается развития ответственного развития искусственного интеллекта. И мы должны вот тем, которые проводят проверку due diligence, насколько это все значит, соблюдаются принципы в этой сфере, они должны получить соответствующую поддержку, чтобы правительства поручили соответствующим игрокам регулировать это, чтобы в конце концов и сами бизнес, и предприятия также вели себя соответственно и соблюдали бы эти принципы в сфере прав человека. И чтобы в конце концов получили бы такие предприятия, которых в центре внимания их бизнеса вообще стояли бы целая бы защита прав человека. Спасибо огромное. Это прекрасно переведет нас от этого вопроса, что мы будем развивать, к тому вопросу, каким образом мы это сделаем. Может быть, слайд следующий покажем в связи с этим. Если вы хотите, значит, вы можете не по Твиттеру, но по постингу можете ваш вклад здесь сформулировать, если хотите. Может быть, коротко подождем секундочку. Да, наши эксперты больше вопросов сейчас подняли, чем у нас было в самом начале, но этого мы и ожидали. Я хочу подчеркнуть одну фразу, которую Пегги сказала. Как это осуществить? Каким образом мы сможем? То есть наши правительства, наши организации стимулировать, чтобы они конкретными мерами это все реализовать. Или второй вопрос, или нет, начнем следующую сессию? Нет, нет, хорошо. Значит, какова роль прав человека, правовых инструментов, что касается ответственного обращения с данными, с искусственным интеллектом, можно ли научить что-то за счет имеющихся же инструментов, можно ли сохранить имеющиеся стандарты в сфере прав человека или нет, или надо что-то адаптировать, или нет, можно ли все просто перенести на сферу искусственного интеллекта, или же нам нужен диалог многосторонний, чтобы эти принципы адаптировать к новым реальностям. Что нам нужно сейчас? Как, возможно, имеющееся законодательство и право перенести на машинную учебу, на искусственный интеллект? Это как бы следующий кластер вопросов. Пегги, может быть, вы начнете. Как вы считаете, каково у вас видение, что касается рамок, имеющихся рамок прав человека? Можно оставить все, весь этот каталог, как он есть, или нам нужна какая-то дебата или адаптация этих прав человека. Спасибо, что так напрямую спрашиваете это, потому что многие думают, что эти вопросы, о которых мы говорим, что они совсем новыми являются, и что те, которые тогда Декларацию о правах человека сформулировали, что об этом и не думали с 48-го года прошлого века. Вопрос, в общем-то, да, да. Значит, да. Ответ на ваш вопрос – да, а там, где мы не знаем об этом, то мы не знаем пока, где находится дефицит в этой сфере. Но давайте сначала применять имеющийся регламент, имеющиеся именно эти общие права человека. Тогда мы уже увидим, какие дефициты будут существовать. Однако у нас 7 лет опыта, то есть 7 лет, и что касается права в сфере личных данных,
и значит, как и достоинство человека, и как на практике возможно все это сделать, и как раз ответственность, да, в руках правительств и в руках предприятий, но сначала надо эти как бы директивы реализовать. Поэтому у нас есть проект, который значит, в этом направлении, чтобы реализовать это руководящие принципы ООН, и что это означает для нового технического, технического оборудования в сегодняшнем техническом мире. И вот наша следующая дискуссия должна идти в таком направлении, как предприятия могут нести ответственность за ущерб, нанесенный попозже, например, скажем, распознавание лица, такие технологии, и связанные с этим ущерб будущий. И вот есть уже правила, которые имеем, и надо это реализовать сначала, это руководящие принципы. Значит, у нас есть уже рамки существующие, и вы сказали, что предприятия в основном и готовы с вами сотрудничать, и постараться эти принципы также реализовать, как это выглядит в других организациях, в Ватикане, скажем, например. У вас, может быть, такая концепция тоже есть, что касается защиты прав человека. У вас, может быть, вы в это с самого начала синтегрировали в ваших концепциях. И как это выглядит, что касается урегулирования со стороны правительства? Какова правовая сторона этого вопроса? Да, я хочу все-таки продолжить эту дискуссию, углубить дискуссию. Да, права человека есть, принципы есть, но они не полностью осуществляются, применяются. А искусственный интеллект – это совсем новая технология, это совсем новое поле. Например, искусственный интеллект даже влияет на то, как выборы, значит, это влияет на нашу демократию. Нам нужны руководящие принципы. На уровне Евросоюза у нас была похожая такая дискуссия. Один эксперт из бизнеса сказал в рамках этой дискуссии, сказал, регулирование искусственного интеллекта – это как регулирование моря. Это нельзя, невозможно. Конечно, можно стимулы создавать, дизайн регулировать, но не искусственный интеллект. Невозможно регулировать искусственный интеллект. Почему мы все время говорим о данных? Да. Почему интеллект искусственный основывается на данных? А данные, которые у нас есть, это данные прошлого. Это наши данные, 80% всех информатиков в Силиконовой долине, это они, значит, мужчины, белые мужчины, и это только один пример. Как сделать такой искусственный интеллект, который именно ориентировался бы на будущее? Как я сказала, он основывается на данные прошлого, но мы все время говорим, что человек должен стоять в центре внимания. Что это означает быть человеческим в этой сфере? Мы говорим все время об экологических системах, это великолепно, но это, в общем-то, понятие из природы. Что это означает быть человеком? И если говорим о ценностях разных, и права человека, безусловно, нам помогают здесь, они очень полезными являются, конечно, я согласен, но как
какие принципы этики мы можем определить, которые были бы какого-то ориентира для нас в направлении справедливости и цели преодоления неравенства? Значит, у нас есть данные из прошлого, у нас есть неравенство власти. Как можно обеспечить, чтобы в будущем власть была бы использована в пользу всего общества? Может быть, вы имеете какую-то идею дополнительно к этому? Я думаю, когда мы начали эту дискуссию об искусственном интеллекте, мы признали, что, наверное, что будет огромное влияние, что, возможно, огромное влияние на человечество, на общество. Это не ограничивается одной страной, это, конечно, действует для всего нашего мира. Мы от самого начала верили в это, мы убеждены были, что этот эффект, это воздействие технологии мы должны использовать наилучшим образом. При этом мы должны смотреть на положительную сторону. Значит, речь идет о том, чтобы пользу искусственного интеллекта максимально использовать и не сверхрегулировать эту пользу технологическую. Значит, в рамках большой семерки вначале мы обсуждали этот вопрос, потому что искусственный интеллект – это актуальный вопрос, самый актуальный вопрос. И да, это среди узкого такого круга государств, но даже тогда в этом рамке, а это для нас было очень важным, всегда и частный сектор, и гражданское общество выслушали. То есть от самого начала мы выбирали такой многосторонний подход. Это всегда было для нас существенным в наших коммуникациях. Мы хотели, чтобы мнение всех этих групп было бы учтено. И с самого начала этой дискуссии мы расширяли потом круг участников, дополнительные страны, дополнительные группы, гражданское общество, наука, бизнес подключили к этому. И в рамках группы 20 и ОЭСР мы также проводили эту дискуссию, чтобы покрыть больше стран с точки зрения географии, конечно. И я могу сказать в этой связи, что ООН и IGF, наш форум, является идеальным форматом для того, чтобы именно обсуждать эту технологию и чтобы извлечь наибольшую пользу из этого именно таким многосторонним подходом. Да, я предлагаю, чтобы сейчас, опять же, вопросы собирали бы, да, из аудитории, по-моему, 2-3 вопроса есть. Пожалуйста, скажите вашу фамилию, кого представляете. Доброе утро. Я от университета Хуан. Большое спасибо, что вы организовали эту важную встречу, эти важные дебаты здесь. Я считаю, что мы здесь должны принимать специальные стандарты, нормы, что касается ответственности предприятий для искусственного интеллекта. Значит, корпоративная ответственность для тех предприятий, которые развивают, разрабатывают искусственный интеллект. Я убежден в том, что сообщество участников форума по управлению интернетом может сыграть здесь важную роль. Кроме того, нам нужны меры создания доверия предприятий. Я думаю, что многосторонний подход здесь тоже может быть плодотворным. Нам нужны глобальные нормы, глобальные стандарты по ответственному поведению предприятий, работающих в секторе искусственного интеллекта. Я предлагаю, чтобы Польша именно вот выбрала бы такую тему, как приоритетная для
своего мандата, так сказать, проведения следующего заседания форума по управлению интернетом. Спасибо ведущим, созыва, всем участникам за эту интересную дискуссию. Я представляю правительство Коста-Рики. Я являюсь также членом МАГ. Мой вопрос следующий. Я отношусь к экспертам правительства по новым технологиям, по автономным системам вооружения. И эта дискуссия о применении прав человека – это очень, конечно, релевантная и существенная дискуссия. Я согласна с госпожей Хиггс, что у нас есть очень-очень хороший каталог или рамки для защиты прав человека, но пока не имплементируется, не только с точки зрения частного сектора и промышленности. Я просто сказала бы, что полностью не применяются все эти правила, стандарты защиты прав человека. Значит, если посмотреть на развитие технологии, такое, которое решает вопрос о жизни и смерти, например, людей. Мы говорим об автономном принятии решений о таких автоматизированных систем вооружения. Тогда я должна сказать, что есть здесь такой разрыв, есть дефицит, и Красный Крест, и другие организации это подтверждают. Это тоже один важный вопрос о дискуссии, этической дискуссии, как преодолеть этот прорыв. Да, это очень полезно. Как можно все эти пункты связать между собой? И вот, и можете сказать что-то о панеле высшего уровня по цифровому сотрудничеству? Да, пожалуйста. Это длительный вопрос из Мюнхена. Есть такой прорыв в политике, развитии политики, особенно что касается так называемых красных линий или пределов, которые нельзя перешагать. Например, руководящие принципы по искусственному интеллекту ООН, они должны быть ясными, которые недебатируемыми являются. Но все-таки нету таких принципов ясных этики. 52 эксперта их разработали, и 23 из них представляют промышленность. И кроме того, и лоббистов есть, значит, 26 даже представителей бизнеса. Половина этих человек представляет бизнес, и только 4 эксперты по этике, и только 10 представляют организации по правам защите прав человека или потребителей. Не было ли бы полезным, если не если мы обеспечили бы равновесие, баланс, чтобы обеспечить, чтобы и общественные интересы были бы учтены в этих дискуссиях? Окей, это относится опять же к роли IGF, нашего форума, наверное. Еще два вопроса. Я Йока Шваша из Канады. Я представляю бизнес или частный сектор. Мой вопрос следующий. Как мы намерены компании, то есть предприятия, все, откуда деньги приходят, те, значит, которые представляют собой, значит, те, которые зарабатывают стоимость для наших заинтересованных сторон, которые должны придерживаться правил определенных, как можно обеспечить, чтобы эти этические принципы защиты прав человека, этики и так далее, чтобы они на самом деле их соблюдали бы. Да, значит, ответственность, самоответственность частного сектора. И я представляю Индию, мое имя Канас. У меня вопрос к представителям ООН. В Индии, это первый вопрос, значит, в Индии правительственные организации получают
получать информацию о развитии прав человека, но не правительственные организации. Простые люди, граждане не получают никакую информацию об этом. Я лично обращался в организацию защиты прав человека ООН. Один раз он не получил ответа. Я хотел получить какого-то значит, мне сказали бы какого-то координатора или какого-то назвали бы человека, кому можно обращаться непосредственно. Нету, например, защиты для инвалидов в Индии. Это противоречит правам человека, и мы не знаем, кому обращаться. Ваша организация, люди и права человека, о которых мы говорим, совсем не соблюдаются в Индии. И эти рамки для нас совсем не бесполезными являются. Поэтому прошу вас назвать нам конкретного человека, лицо, кому надо, ответственное лицо, кому можно обращаться по таким вопросам. Спасибо вам большое. Да, это важный вопрос. Кому позвонить, кому посылать имейл по таким вопросам? Да, конечно. Может быть, эти места, где такие правила разрабатываем, там стереотипы действуют, там неравновесие, дисбаланс есть. Да, я охотно начну. Если вы не знаете, это партнерство по искусственному интеллекту. У нас есть более 100 партнерских организаций, которые сосредоточат свое внимание, чтобы служить по благу человек. 60 из них представляют неправительственный сектор, гражданское общество, а 40 представляют бизнес и науку. Значит, мы, как такая группа многосторонняя, собираемся, чтобы обсуждать такие же темы, так как сегодня. Underscores. И мы сегодня говорим о том, как важно, чтобы этот интеллект был, чтобы ему можно было доверять. Итак, мы говорим о том, как они развивают и концепируют эти технологии. Чем больше клиенты и те, которые работают с этими системами, понимают, тем легче им принять решение. Я считаю, что для тех, которые строят эти системы, это тоже замечательная возможность привести тех других людей к ответственности, других людей, которые разрабатывают эти системы. Ну, в принципе, надо признаться, что мы впервые берем на себя инициативу и просим им представить и обозначить те данные, которыми они пользуются при построении своих систем Google, Amazon и так далее, с тем, чтобы люди, которые пользуются этими системами, знали, что же в них содержится, немножко как и ингредиенты в какой-нибудь еде, то есть они знают, ага, здесь то-то и то-то содержится, быть может, я не буду пользоваться этой технологией. На данный момент существует очень много энтузиазма, эти организации к этим организациям обращаются, просят их быть более прозрачными. У нас есть гражданское сообщество, научные организации, которые это, конечно, очень поддерживают. Ну и в этих организациях тоже есть представители, которых действительно можно назвать чемпионами, которые поддерживают эти идеи. И мы тоже стараемся поддержать их с тем, чтобы действительно все было очень транспарентно и все обо всем всегда докладывалось открыто. Хотелось бы еще раз упомянуть декларацию ООН о правах человека. На данный момент у нас нет рамок, в которых мы действуем. То, что было написано в ООН, это действительно безвременно. И эти ценности не имеют границ, не имеют времени, они никак не ограничены. Я вернусь к этой теме. Но очень часто, вот сейчас вы говорили о больших компаниях, но очень часто
это именно маленькие и маленькие компании МСП, которые являются мотором, если вы хотите, нашей экономики. Как же сделать так, чтобы они могли пользоваться этой технологией и в то же время вести себя этично правильно? Итак, организация, которая работает с искусственным интеллектом, должна подумать, что же она должна сделать с тем, чтобы эта технология, с тем, чтобы этой технологии можно было доверять. И я считаю, что это очень важно об этом говорить. Этот механизм ответственности будет, конечно, отличаться в зависимости от контекста, в котором эту технологию применяют. И мы надеемся, что после того, как мы спустимся после этих разговоров на высоком уровне, что и поговорим о всех этих аспектах гражданской политики, политики экономики и так далее, что мы все-таки, что нам удастся разработать такие рамки для предприятий, потому что мы должны понять, где же на данный момент существуют проблемы, какие механизмы существуют. Пока нам непонятно, где, в чем состоит проблема, мы не можем найти конкретное решение. Теперь к вопросу, должен ли наш форум создать какой-то социальные рамки. Наши предложения переняли такие организации, как ОЭСР, и даже группа «Большой двадцатки» говорила о наших темах. Не было ли лучше просто лучше сотрудничать и чисто конкретно работать над практиками и делить наши идеи с другими организациями? Как же мы можем поделить наши идеи? Я вернусь к тому, что сказал представитель Канады. Как можно помочь предприятиям перевести вот эти вот идеи в конкретные меры, в конкретные действия? Я считаю, что это очень важный вопрос, о котором стоит поговорить. И на данный момент у меня, конечно, нет решения, но мы часто встречаемся с представителями предприятий и говорим об этом. Искусственный интеллект, нравится вам это или нет, на данный момент является зеркалом нашего общества. Это может быть совершенно темное зеркало, черное зеркало, или же это зеркало может показывать светлое отражение, но это отражение зеркальное. У нас, конечно, происходит очень много плохого в нашем мире, но есть и добро, есть и хорошее. И я считаю, что это и есть возможность, как мы можем померить наш успех. На данный момент мы измеряем технологический прогресс по эффективности, по продуктивности нашего прогресса. И теперь же мы должны оценить, можно ли эту пользу как-то расширить на другие области человеческой жизни. То есть, когда люди говорят, что мы должны разработать этические правила, я думаю, что утилитаризм и такая концентрация на пользу, это, в принципе, уже есть, так, является такой рамкой. Но это, конечно, очень ограниченная область. Если мы расширим это понятие и выйдем из чисто экономических каких-то соображений,
то надо подумать над тем, как можно это совместить с человеческой жизнью. В чем же состоит добавленная стоимость искусственного интеллекта? Если мы будем говорить об участниках, то это тоже непросто, потому что так, у нас такое невероятно большое количество участников. Просто сказать, мы работаем над чем-то хорошим для вас, но слушать вас мы не будем. Вот сейчас такая ситуация немножко в технологической сфере. Как же отодвинуться от этого? Как же все-таки подключить гражданское общество, может быть, даже правительство? Но надо признаться, что некоторые предприятия должны нести большую ответственность, чем другие, потому что они больше, потому что у них другие масштабы. Я хотела вам дать пример из лаборатории СМИ, которые тестировали разные программы, программное обеспечение разных компаний. И вопрос был, как вообще можно было работать с таким программным обеспечением, которое постоянно делало ошибки, которое, например, опознавало первую леди бывшую Америки Мишель Обаму как мужчина. Как можно вообще пользоваться таким программным обеспечением? Итак, как приспособить же технологию к реальности? Я попытаюсь вернуться к тому, что Пегги сказала, именно о существующих уже инструментах. Вы сказали, что у нас есть принципы, но мы недостаточно их учитываем, например, в области прав человека. То есть мы понимаем, как это сделать, но мы не очень их придерживаемся. В Америке, например, с правовой точки зрения у нас уже десятилетиями, может, даже столетиями существуют законы против дискриминации, например. Дискриминация в совершенно разных сферах, в области ЖКХ, в области работы безработицы и так далее, здравоохранения. И тут можно сказать, что да, мы работаем в области прав человека. Но у нас есть также правила, которые говорят, что надо действовать прозрачно, нужно также нести ответственность и отчетность. И теперь можно задаться вопросом, почему же не все люди, которые просят кредит, его получают? Ведь есть, например, право, закон о недискриминации по отношению к этим людям. И тут вы видите, что, например, на Фейсбуке рекламировали квартиры и дома, и не было ведь контроля, кто эти. Но Facebook как-то контролировал, как эта реклама представлялась разным группам населения. То есть разные группы получили разную рекламу на Facebook. То есть информация, которую мы получаем, например, и об этом мы всегда говорим в разных организациях, мы очень часто говорим об автоматических системах, которые принимают решения, и о рецидивизме. То есть вы хотите обеспечить, что какой-то преступник, что его садят в тюрьму на какое-то количество лет. Если вы считаете, что этот преступник, наверное, опять совершит преступление, вы увеличиваете его срок заключения. И
здесь можно сказать, что это техничный такой аспект нашего закона. Я перепрыгну через этот аспект. И после того, как этот закон вступил в силу, правовые системы начали использовать систему, которая называется компасом. И эта система использует данные о преступниках и так далее. Но эта система иногда ошибалась. И очень часто случалось так, что, например, африканское происхождение осуждались на более долгие сроки из-за этой системы. То есть система не могла различать разные аспекты. Или судила же, например, по почтовому коду и определяла, ага, вот этот и этот человек живут в плохом месте этого города, и поэтому человек осуждался на более долгий срок. Но ведь, в принципе, это не может быть определительным и решающим аргументом. То есть техническая система подводила очень часто. И нельзя было делать осмысленные заключения на основе этих данных. Поэтому очень важно продолжать дальше работать с этими данными очень активно и продолжать учить эти машины. Да, вы сами услышали, что есть очень-очень много примеров тому, как мы не полностью соблюдаем права человека при использовании искусственного интеллекта. Речь идет, конечно, об алгоритмах, о данных, которые в предвязанном виде как-то представляются, и машины не соответствуют их ответственности. Так, значит, в чем же вопрос? Мы себя недостаточно этически ведем, но проблема состоит в том, что процессы и механизмы для реализации искусственного интеллекта недостаточно развиты. И тут вопрос состоит в том, насколько все это обязательно может быть этим, сколько действительно происходит на уровне международном, на уровне правительства, на уровне предприятий. И мы считаем, что нам надо больше информации на всех уровнях. Мы не хотим повторяться, мы хотим работать более эффективно. И мы получили доклад от группы высокого уровня, и расширенный формат IGF Plus, может быть, тоже нам поможет в этом. Надо подумать, как это лучше всего можно реализовать, какие самые лучшие практики, передовые практики мы можем перенять. У всех стран, в принципе, есть возможность разработать законы. И чисто теоретически каждая страна может сделать так, чтобы искусственный интеллект придерживался и соблюдал права человека. Нам же нужна, наверное, такая национальный офис, наверное, или какой-то человек, который занимается именно этими вопросами ответственности, который занимается сложными вопросами, который коммуницирует и стоит в контакте с правительством, который говорит о том, как это занимается тем, как именно этот искусственный интеллект используется в разных системах, и надо подумать о том, как можно справедливо пользоваться искусственным интеллектом. И нельзя допустить, чтобы эта экспертиза существовала только на Западе, и
А страны, которые не имеют таких, такой информации, были полностью бы исключены. И здесь, конечно, может нам помочь наш форум. Да, я действительно думаю, что вы теперь достаточно ответили на вопрос о том, как мы должны пытаться действовать. Итак, мы переходим к следующему вопросу. Кто? Но я, к сожалению, думаю, что мы не сможем ответить на все вопросы, но на большее количество вопросов. Обходитесь и как с людьми, образовывайте их, и те, которые их пишут, на те несут ответственность. Итак, я думаю, у нас есть здесь компьютер, мы вам его покажем, который слушал все наши разговоры, и в заключении мы об этом потом еще поговорим. Какова роль разных участников и как мы вместе можем достичь самых лучших результатов? То есть я хочу вернуться к вот этому вот рисунку. Здесь мы, скажем так, посмотрели, кто здесь, кого здесь считают ответственным. Сначала, конечно, правительство, на второй очереди, на втором месте стоит технологический сектор. И перед тем, как я вам предоставлю слово, я хотел вас спросить, есть ли среди вас кто-то, кто хочет объяснить, почему же вы технологическому сектору столько важности придаете? Почему вы считаете, что они играют такую важную роль при ответственности? Я считаю, что все считают, что технологический сектор ответственный, потому что они больше всех знают о том, как эта технология работает, как с ней надо обращаться и в чем границы этой технологии. Спасибо. Вчера, мило, вы сказали, роль инженеров состоит в том, улучшить наши решения. Но, в принципе, это данные. Когда мы говорим о данных, мы говорим об ответственности. И в прошлом году, может, вы помните, мы задавали вопрос, нужен ли нам или есть ли у нас вообще этический код для инженеров, для Tesla, например, и какие-то директивы для них. Ну, Грег, в принципе, ответил уже на мой вопрос. Я думаю, он хотел мне просто помочь. В том случае, если я вдруг не знаю, как ответить на ваш вопрос. Итак, я не знаю, не уверен, могу ли я ответить на ваш специфический вопрос, но существуют уже разные этические кодексы для инженеров, но я думаю, что проблема состоит в том, что у нас просто недостаточно знаний о том, как технология влияет вообще на общество. С точки зрения инженера об этом может не часто говориться. Психологи, люди, которые занимаются вопросами общественности или религии, норм, они занимаются такими вопросами. Но когда я учился на инженера, эти вопросы совершенно не ставились, никто ими не задавался. Я не знаю, является ли это ответом на ваш вопрос или нет, но я считаю, что место этому есть. Я попробую ответить также на другой вопрос, который вы задали о том, кто и как должен этим заниматься. О том, как мы должны этим заниматься, мы уже поговорили. Но я, в общем, считаю, что когда мы разрабатываем, определяем наши правила,
Мы знаем, что технологии определяются стандартами. Вы знаете, что разные ассоциации, которые определяют стандарты, являются вторыми по величине важными организациями. И стандарты, над которыми мы сейчас работаем, нормы, они переходят технические требования. Там говорится о разных тестированиях, due diligence. Они очень детально описывают, чему должно соответствовать какое-то новое технологическое изобретение. Я уже вчера сказал при нашей встрече, у нас был похожий вопрос, а именно в чем состоит следующая мера. И Пегги очень элегантно ответила, что это более сложный вопрос. Очень-очень сложно ответить на такой вопрос. Да, мы говорим, конечно, на всех уровнях. Предприятия должны участвовать, правительство, гражданское общество. Ну, я вчера очень кратко ответил. Я считаю, что пришло время создать такие, ну, лаборатории, если вы хотите, для правил, где мы будем их тестировать. Мы определим, какие проблемы у нас существуют, разработаем решения, и потом будем тестировать, как эти решения функционируют или нет. Но это действительно такой песочник, если вы хотите. Что касается роли инженеров, Лиза, я думаю, существует три важные группы. Есть именно политики, журналисты, и есть те, которые финансируют систему. И вчера речь уже шла о финансовых организациях. Ну, что касается предприятий и их ответственности, есть предприятия, которые поддерживают ответственное использование искусственного интеллекта. Социальную инклюзию тоже предприятия продвигают. Есть некоторые, которые имеют офисы во всем мире. Если они являются примерами и представляют результаты своей деятельности, являются примером, и очень важно именно играть роль примерно или ориентира. Это абсолютно важно. А что касается партнерства с ИИ, там только лишь две трети участников этой организационной структуры – это женщины. Я еще не работала в какой-либо структуре, которая была бы столь многообразной. Исполнительному директору было очень важно, и поэтому это имело влияние на свою работу. Существуют прекрасные журналисты, которые оповещают о искусственном интеллекте, и было бы хорошо, если бы вы сказали, кто не был учтен в соответствующем отчете, как выглядел бы отчет, если бы и иные группы были вовлечены, сказать, в исследование данного вопроса. Это важная роль, которую могут исполнить журналисты, с тем, чтобы мы все несли свою ответственность, и с тем, чтобы мы могли развивать ответственный искусственный интеллект. Был прекрасный отчет по Компас, по этому инструменту Компас. И там было проведено исследование по алгоритмам. А что касается финансирования, то есть уже целый ряд малых и средних предприятий, о которых мы уже говорили. Именно и от них исходит соответствующая инновация. Но я думаю, что те временные ограничения, которые существуют у финансовых организаций, их не можно сопоставить именно с тем, что является необходимостью, с тем, чтобы реализовать доверительный искусственный интеллект, которому мы доверяем, и включить туда и аспекты прав человека. Я думаю, мы должны более четко изучить этот вопрос. Это очень важная сфера нашей деятельности. То, что вы сказали насчет журналистов и финансистов, мы вчера уже дискутировали по данной теме, и там речь шла в первую очередь о пользователях. Пользователи — это значит мы все, мы не учтены в этом графике.
сильным, в сильной мере. Кстати, есть большое давление на предприятия, потому что они определяют стандарты, определяют, реализуют свой маркетинг, а пользователи являются именно те, которые определяют рынок. Мы, как пользователи, конечно, тоже несем ответственность. И как можно изменить, например, спрос? Наш спрос, как пользователь, определяет рынок тоже. И как можно пользоваться, скажем, чем-то, исходя из большего объема ответственности. Если речь, конечно, идет о гражданском обществе, о науке, они могут сделать больше для того, чтобы создать определенное, скажем, сознание, развивать определенное сознание. И кто все это финансирует, и какие есть предрассудки в области финансирования. Вы представляете здесь сферу неправительственных организаций. Как вы действуете в области создания такого мышления или сознания, и как можно изменить именно поведение пользователей? Во-первых, мы встречаемся здесь и ведем дискуссию из-за того, что есть проблема, и следует найти решение. Как члены гражданского общества, мы должны прекратить просто возмущаться. Человек, с которым я ходила в школу, он, может быть, занимает более высокую роль, чем я, и мы не должны, так сказать, возмущаться из-за этого. Мы должны оказывать давление на предприятия. Часто финансирование осуществляется там, где есть стремление предприятия профинансировать тот или иной проект, именно финансируется то, чего они хотят, но несмотря на это, надо говорить, у нас есть те и те проблемы, и это требует тоже финансирования. Да, это важно. Я записала несколько, так сказать, моментов. Есть еще какие-либо замечания у вас? Я хотел бы еще обратиться к вопросу финансирования и их механизмам и указать на отчет, который был разработан в рамках рабочей группы по правам человека, рабочего заседания по правам человека, и там было названо два пункта, что требуется финансирование и также соответствующие, скажем, стимулы для определенного действия. Самым лучшим примером является именно то, что мы должны оказывать давление на правительство в таком объеме, в большом объеме, но и то, что мы ожидаем от предприятий, чтобы это тоже учитывалось, что это тоже является важным. Также мы должны модерировать контент, который имеется в онлайновом режиме. Мы не можем, например, погасить все соответствующие высказывания, которые направлены на разжигание ненависти. И мы должны найти, конечно, найти возможности, как права человека могут учитываться в этой системе, но важным является именно совместное сотрудничество, обмен с тем, чтобы создать именно всеобщие рамки, которые нам позволят лучше привлечь к ответственности ту или иную сторону. Есть соответственный отчет спикера по вопросам прав человека, и он сказал, что является важным для того, чтобы привлечь к ответственности предприятия. Это то, чтобы у них были общие стандарты, и чтобы это привело к большему объему прозрачности и транспарентности о том, что происходит в этих предприятиях. Что касается вопросов, является ли это ответственностью инженеров, и только лишь инженеров и разработчиков, я думаю, это здесь должна быть приоритетность сверху вниз и вниз вверх. Это не только ответственность инженеров, а именно всех участников. Уже очень рано мы очень критично оценивали развитие этих систем. Здесь требуется мультидисциплинарный подход, не только многосторонний подход. Например, один из наших ученых получает, скажем, заказ, как, скажем, проекта, скажем, речь идет здесь о воспалении легких и вопрос, кто должен быть
кто должен лечиться. И выявилось, что лиц с астмой не были приоритетными при лечении. Это не соответствует нашим интуициям. И врачи говорят, это бессмысленно. Люди, которые имеют воспаление легких и астму, им требуется особое именно лечение, а не исключение из лечения. Требуется включение всеразличных экспертов для развития такой системы, в том числе и психологов, если развивать определенные, и социологов. Если, например, используется определенная система в Китае, то там окружающая среда в обществе совершенно иная, чем у нас, или социум. Этика – это является культурным конструктом, и все зависит от контекста. И инженер не может сказать, что это является справедливым и этическим. Все зависит от контекста. Что касается справедливости, многие уже говорили об этом. Если, например, проводите поиск в интернете, а не поиск, например, если вы ищете, скажем, члена правления какого-нибудь предприятия, то, скажем, большинство из них, потенциальных кандидатов, именно 80% мужчины, только лишь 20% женщины. Если мы это считаем справедливым, то это является, в принципе, тогда для нас стандартом. Это, и здесь следует изменить эти стандарты, и для этого все должны собраться за одним столом, осуществить дискуссию по данным вопросам. Мы должны говорить не только лишь в общем о таких вопросах, а и в деталях, а именно как мы должны использовать принципы, если будет использоваться искусственный интеллект, например, в области диагностики заболевания, если используются данные для того, чтобы решить определенные проблемы, которые существуют у женщин. Мы должны более конкретно вести дискуссию по данным темам. Да, я думаю, это был очень интересный комментарий по данной комплексности этой тематики. Я сама являюсь инженером по образованию, но, конечно, и общественные, и международные тематики должны быть урегулированы и, скажем, вовлечены в создание правил, и мы должны также всесторонне учиться. Мы, например, принимаем решение по получить образование, где мы чувствуем себя лучше всего, и искусственный интеллект должен покрывать все вот эти моменты. Что касается этой междисциплинарности, я не являюсь экспертом искусственного интеллекта, я являюсь экспертом по этике. Но есть некоторые принципы, которые касаются ответственности. И большинство этиков согласны в том, что чем больше ресурсов и силы у вас, тем больше у вас ответственность. Это основной принцип этики. Это каждому понятно. Это понятно также и в каждой семье. Если вы подумаете о своей семье, да, мы должны вести беседы со всеми заинтересованными группами, потому что эта тема касается всех. Но здесь ситуация такая же, как с изменением климата. Изменение климата является что-то чем-то отрицательным, а искусственный интеллект не везде является отрицательным. Но мы должны все-таки сесть вместе за стол, мы должны обсуждать этот вопрос и решить, что и кто больше загрязняет, так же, если того, и больше ответственности. То же самое искусственный интеллект, а кто больше от него выигрывает, тот несет и больше ответственности. Искусственный интеллект, он же не является плохим сам по себе. Было интересно, что сказали журналисты. Я об этом еще не думал, что это мы можем сделать в СМИ. Сказать, что есть те или иные предприятия, у которых есть больше влияния. Есть предприятия, которые инвестируют очень большие, крупные суммы, миллиарды долларов, для того, чтобы технические темы связать этическими темами, чтобы разработать интердисциплинарный подход, а другим фирмам, то таким же мощным, это все равно. И от нас зависит, насколько эти предприятия будут привлечены к ответственности, потому что есть предприятия, которые ведут искусственный интеллект в правильное направление, а другие и нет, но основной принцип ответственности, он сохраняется. Мы людей
Латинской Америке или в других странах не можем привлечь к ответственности за то, что они потребляют. Они, конечно, несут определенную меру ответственности, но пока у нас не будет соответствующей системы образования, тогда мы должны пока еще привлекать в большей мере к ответственности тех, кто производит определенные информации. Да, я представляю здесь компанию из Нигерии. Развитие инфраструктуры интернета, оно не включило граждан в сельскохозяйственных местностях, и поэтому мы должны включить их в эту инициативу с помощью создания сетевых структур. Мы находимся в начальной стадии развития искусственного интеллекта, и вопрос стоит в том, как вовлечь сельхоз население сельскохозяйственных регионов с тем, чтобы у нас не было, чтобы мы не повторяли те же самые проблемы или повторяли те же самые ошибки, которые мы сделали при создании структуры интернета. Я работаю в Данском институте по правам человека для сферы последствий искусственного интеллекта по правам человека. Мы работали в этой сфере и изучили этот вопрос, занимались отдельными случаями. Пейл и другие уже говорили, что права человека могут быть использованы для того, чтобы решить эти темы, что нам требуется больше таких директив, больше управляющих таких принципов или ведущих принципов, которые следует разработать. Но мой вопрос состоит в том, как мы должны вовлечь все, скажем, заинтересованные стороны. И мы и говорили о многих акторов, которые следовало ввести или подключить к данному развитию. Но как можно действовать с обладателями прав, если мы создаем ответственный искусственный интеллект? Мы говорили о различных группах. А что делать нам с обладателями прав? Вы хотите это сейчас уже ответить на этот вопрос, или у нас мы будем обсуждать этот вопрос в ходе следующего раунда дискуссии? После вот нашего дискуссионного раунда у нас будет следующий. У нас есть здесь искусственный интеллект, который все слышит, что мы говорим, и мы говорили об ответственности, и мы можем сказать, потом посмотреть, что скажет искусственный интеллект по данной тематике. Его зовут Каоло. Это он будет будущим экспертом по искусственному интеллекту. Он работает с проектом, который сводит человека с искусственным интеллектом. Сегодня после обеда в 13:15 будет отдельное заседание с этим роботом. Эта инсталляция является также еще и произведением искусства, а именно профессора Белградского университета искусств, и искусственный интеллект работает на базе на облачной технологии. Ему были предоставлены или введена вся информация об искусственном интеллекте, о дискуссии, которую мы вели сегодня и вели в прошлый раз. Это значит, может быть, этот искусственный интеллект также определил свое мнение по ходу данной дискуссии. Что думает искусственный интеллект о нашей дискуссии по искусственному интеллекту? Может быть, искусственный интеллект выступит заключительными словами, прежде чем Ольга скажет свое последнее слово. Я могу только лишь сказать, что мы очень рады принимать участие в этом процессе, потому что он объединяет все заинтересованные стороны, предприятия, экономику и науку, и мы сначала будем смотреть, как мы будем принимать следующие шаги, создавать новые рамки для данной дискуссии. Идея состоит в том, чтобы развивать рамки, для которые будут заниматься различными темами, и заинтересованные стороны должны разделить правду от иллюзии. Если мы это хотим сделать хорошо, тогда мы это сделать хорошо. Мы должны это сделать хорошо, если мы говорим по данной тематике. Это является большой проблемой, которую нам надо решить. И эти предрассудки, которые существуют, мы их тоже должны обсудить. Это то, чем мы сейчас располагаем. Мы можем
сказать, что есть наука о человеческом поведении, есть также и наука, которая занимается машинными системами. Следует понимать не только искусственный интеллект, но и происхождение этих систем, как они работают, как они были развиты, как они действуют на социальный договор. Мы можем использовать эту обратную связь с тем, чтобы осознать соответствующие структуры и найти соответствующие ответы. Должны определить, чтобы мы включили сюда в обсуждение не только 2-3 аспекта, а именно все аспекты. Статистики говорят, что возможен уровень правильности в 60%. Но что произойдет, если мы будем обсуждать только лишь те аспекты, которые важны нам? А что будет, если у нас, что есть аспекты, которые мы даже не осознаем? Что будет, если есть аспекты, которые мы должны улучшить, в том числе и правительственные организации или неправительственные организации? А также ООН и научные организации, все они должны быть включены с тем, чтобы они понимали основные принципы. Что мы делаем? Мы также за одним столом можем это обсудить с другими пользователями. Большое спасибо. Сейчас это никто записал, это искусственный интеллект сказал, исходя из собственного процесса, так сказать, учебы. Было, конечно, несколько интересных замечаний при этом. Есть также голосовой модулятор, это так называемый бесполый голос. Есть, скажем, деятели искусства, которые создали именно этот голос, чтобы здесь был с точки зрения пола нейтральный робот в будущем. Если вы хотите выслушать больше по данной тематике, то будет у нас заседание после обеда. Может быть, он будет модератором на следующем заседании, на следующем форуме по управлению интернетом. У меня есть еще несколько комментариев, и хотела обратить внимание на несколько тем. Не упускаю из виду другие темы. Этические рамочные правила, они являются важными, переписывать их не надо, но вызов состоит в том, чтобы их осуществить, чтобы это должно быть главным направлением нашей деятельности. Мы должны измерять, что является успехом, успешным действием. Не только смотреть на способности наших машин, но и на то, какое влияние они имеют для нашего общества. Мы должны определить понятие успешности нашей деятельности. Мы должны быть примером. Это мне очень понравилось. Именно то, что ваша организация... что там работает много женщин, мне это очень понравилось, это мой личный комментарий. Было также и сказано о роли журналистов, прессы, журналистов в развивающихся государствах. Может быть, они это не знают, может быть, у них нет соответствующих инструментов, которые им необходимы, может быть, их следует лучше подготовить с тем, чтобы они были лучше подготовлены. Роль искусственного интеллекта в малых и средних предприятиях тоже была названа. И это в основном является вопросом для развивающихся государств, а именно вопрос того, кто будет подготавливать пользователей и где они находятся, кто нам поможет при принятии правильных решений. Важным является многосторонний подход заинтересованных сторон и интердисциплинарный диалог. Как мы можем пользоваться нашими знаниями, передавать их дальше другим коллегам, которые, может быть, имеют иные представления и работают с другим фоном, чем мы. Это то, что я записала. И также хотела еще обратить внимание на форум высокого уровня в IGF.
мы надеемся, что там есть ряд преимуществ, потому что различные страны, различные стейкхолдеры внесли свою идею с тем, чтобы создать для человечества улучшенный, более хороший мир. Много вопросов мы, конечно, не сумели решить, но я думаю, у нас есть целый ряд моментов, о которых мы можем подумать в течение следующих лет. Надеюсь, что у вас сохранилось большое количество вопросов. Прекрасно было еще то, что искусственный интеллект тоже принимал участие в этом заседании. Это останется нашей темой в следующие годы. Большое спасибо, что вы принимали участие. А теперь будет кофе-брейк. Большое спасибо членам МАГ за организацию этого заседания. Они находятся здесь на трибуне. Это Наташа и ее команда, Кончертина и так далее. Большое спасибо участникам дискуссии. Желаю вам хорошего дня. А сейчас будет кофе-брейк.